Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам, как изменить спящий режим на смартфоне Android Tele 2 Maxi Plus. Может быть, это будет полезная тема, у кого другие смартфоны, потому что эти настройки часто совпадают. Прежде всего, мы находим настройки. Настройки – это серая шестереночка. Серую шестеренку можно обнаружить вот здесь, вот она. А можно нажать вот этот значок. Тут откроются все приложения и есть та же самая серая шестеренка. Вот она. Нажимаем «Настройки». Затем в открывшемся окне мы проворачиваем вниз окошко и находим слово «Экран». Вот оно. В открывшемся окне экрана мы находим спящий режим. Вот он. Нажимаем его. Допустим, я хочу сделать спящий режим 2 минуты, а не 1. Нажимаем кружок возле 2 минут. Все, посмотрите, спящий режим после 2 минут бездействия. Вот так легко, быстро и просто изменить спящий режим. С вами был канал Тутси. До свидания, удачи всем!